Мы с моими любимыми соседями с нетерпением ждали, какой же будет результат в мини-парниках, которые мы поставили вместо развалившейся этой зимой теплицы. Ну, посмотрите, сегодня тепло начинается в Питере. Посмотрите, сколько завязалось помидор в этих маленьких тепличках, которые, по большому счету, работают по принципу полуоткрытого грунта. То есть вот эти вот экраны, по большому счету, можно даже сверху не закрывать. Ну и посмотрите. Вот другой сорт, сколько тоже томатиков. Ну и на следующем кусте тоже. А больше всего мы ждали огурцов. Они мучились, болели. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, снимем экран. Какой результат? Что с ними, правда, делать дальше, не очень понятно. Сейчас они начнут давать боковые побеги. Вот, и уже первые огурцы. В мини-парнике, видите, огурцы растут ничуть не хуже, чем в обычной теплице. Сейчас приближу. Вот, смотрите, какие уже огурчики. Так что, я считаю, даже на этом этапе можно точно сказать, что эксперимент у нас удался. И в таких мини-парничках можно выращивать и огурцы, и томаты. Есть у меня подозрение, что озимый чеснок пора убирать. Сегодня 20 июля. Время, мне кажется, пришло. И мы сравним с вами, что получилось, когда сажаешь чеснок зубчиками и когда сажаешь чеснок головками. Частоту эксперимента я обеспечил полностью. Мешки одного диаметра и высотой, почвогрунт совершенно одинаковый, чеснок одной партии. И вот такой результат получился у меня там, где я сажал чеснок зубчиками. Чеснок получился достаточно крупный, ровный. А теперь вот сравним с чесноком, который я сажал целыми головками. Его, конечно, вроде больше, но, соответственно, больше было и посажено. И он достаточно некрупный, гораздо мельче того чеснока, который я сажал зубчиками. Поэтому вывод. Все-таки лучше его сажать почаще, но зубчиками, а не головками. Что бы кто ни говорил, а мне, например, очень нравится выращивать в мешках. Посмотрите, как чистенько, аккуратно смотрится кабачковая грядка на подиуме. Сейчас как раз пришло время кабачков, и они меня благодарят за предоставленные им отдельные квартиры. Ну, это они так считают, что квартиры, а я, конечно, их называю мешками. Посмотрите, сколько кабачков разных, всех сортов, которые я посадил. Сейчас где-то еще один был красавец. Вон, во какой. И еще очень много завязей. В этом году будем с кабачками. Третий год выращиваю капусту в мешках. И честно вам скажу, даже представить себе не могу, как можно ее выращивать по-другому. Настолько идеально, тьфу-тьфу-тьфу, все получается. Причем неважно, какое лето. Жаркое, влажное, сухое, холодное. Капуста получается у меня 100%. В этом году под Питером у многих огурцов вообще нет. Не получаются они в этом году. То жарко, то холодно.
то сыро, то сухо. Я сам раза три подсаживал, пересаживал, боролся за них. Ну, и вот теперь без лишней скромности могу все-таки похвастаться. Огурчики у меня везде. И растут очень хорошо. Все ближе и ближе тот момент, когда я приеду на дачу и сделаю салат из собственных выращенных томатиков. Урожай намечается отменный. Вызывает просто восторг вот эти виноградные грозди Cherry Ira F1. Не жалею, что посадил их снова в этом году. Плетистые тыквы в моем компостере из сетки и стрич пленки прозрачной не дождались, когда я их выпущу на волю из этого аквариума, и сиганули через него в разные стороны. Сейчас, мои хорошие, я вас выпущу наружу. Растите, разбегайтесь и дарите мне урожай. Этот по-своему огромный экран-аквариум я снял, и тыквочки выпущены на свободу. Посмотрел, пока завязи нет. Но тыква у меня поздно и взошла. Не знаю, получится урожай в этом году или нет. Посмотрим. Я вам рассказывал, как у теплых южных стенок деревянных моего огорода я посадил декоративные тыквы и подвязал им веревочки, чтобы они стремились у меня вверх. Ну вот посмотрите теперь, что получилось. Одна тыквочка все-таки выросла. Вот такая красавица, бело-желтая. Сейчас я вам ее покажу получше. Одна и полосатенькая тыквочка. Вот такая вторая. Больше плодов не видно. Ну, год не самый все-таки удачный для выращивания таких декоративных тыкв. Преимущество огорода в мешках, вот в таких случаях, когда надо быстренько организовать грядку и поставить там, где хочется, и посадить что хочется, налицо. Ну, посмотрите. Сегодня среда, 24 июля 2019 года. Такой подарок сделал мне мой огород в мешках. В воскресенье я урожай собирал, и кабачки, и огурцы. И вот всего за три теплых дня еще дополнительно такой вот урожай. Капуста, сахарная молния, выращиваю ее второй год, очень в прошлом году понравилось. Кабачки разных сортов и огурцы всех сортов. Вот этот вот огромный гигант называется пекинский гурман. Рекомендую. Я о нем уже рассказывал не раз в своих предыдущих роликах прошлого года. Но еще раз повторюсь, кожа тонкая, сочный, даже если вырастает до таких гигантских размеров. Спасибо, огород в мешках. Если эта запись в дневнике мешочника 2019 вам понравилась и вам интересно, что будет дальше, поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Впереди вас ждут новые эксперименты. Спасибо за просмотр и до новых встреч!